наверное, больше всего подходит к моему настроению, к моей живописи. Это летающая флотилия. В этой картине нарисована еще одна с летающим кораблем. Еще желтенькая. Еще к ней, по идее, одна из наших художниц, Светланы Писицкой, были сделаны артбуки, книги художника в виде ракушек. Они будут на выставке. Посмотрите, такая картинка. Очень нравится детям. Даже проводила мастер-класс. И все рисовали только летающие корабли. Хотя некоторые нарисовали два. Один на земле, один на небе.